Здравствуйте, Владимир, я учусь Левшку. Сегодня будем рисовать русский самовар. Нам нужно лист, бумага чёрная и карандаш, стена на резинке, кисточка, шмастер, водички две и клей, краски. А с вами я буду рисовать самовар круглый. Начнем. Рисуем верхушку самовара. Рисуем крышку. Вверху крышки шарик. Теперь рисуем кран. Теперь не самовар. И ножки. Теперь краски. Рисуем ягодки. Это просто шарики. Красный означает радость. Моем кисточка. Берем желтый. Рисуем веточки. Еще веточки. Желтый цвет багуашта. Зелено нарисуем веточки вслед с точками. Зеленый цвет молодостями. Подожаем. Рассказываем самовар сам. Красиво. Раскрасим карник. И возьму я черный шамастер. Нарисую ножки. Аккуратно только. Готово! Красиво? Учитесь вместе с Лешкой. Пока всем!
хе-хе-хе.